Весом 77 килограмм и возрастом 24 года. Многократный победитель республиканских турниров по жек-бежек. Победитель международного турнира MMA Alash Pride Selection Volume 8. Победитель международного турнира по MMA RPAP Volume 5. 5 побед, 1 поражение. Член прославленного клуба Alash Pride, город Алматы, Казахстан. Артем Спартанец Резников! Вот очень часто доводится слышать такое прозвище у бойцов, как Спартанец, в том числе и в UFC есть небезызвестный Элиас Теодору. Вот интересно, во всех смешанных единоборствах наберется 300 человек с прозвищем Спартанец? Чемпион России по рукопашному бою! Чемпион России по панкратиону! Чемпион Кубка России по версии Pro FC! 29 побед, 5 поражений! Город Новосибирск, Россия! Михаил Одинокий Волк Саров! Ну что ж, и завершая тему спартанцев, добавлю также, что наш боец, чемпион Беллатор Андрей Корешков, тоже носит это гордое прозвище. Кстати, в обозримом будущем у него состоится в рамках турнира Беллатор противостояние с легендой смешанных единоборств Бенсоном Хендерсоном. За канаты, за экипировку не хватаемся. Локтями, коленями в партере в голову не бьем. Работаем строго по правилам, друг к другу относимся с уважением. Бойцы, все понятно? По углам. Ну что ж, первый раунд главного события сегодняшнего вечера – битва в Сибири. Артем Спартанец Резников против Михаила Царева по прозвищу «Одинокий волк». Боковой судья. Боец готов? Боец готов? Первый раунд. Бой! Осторожничают пока бойцы. Хорошо сейчас зашел с колена Михаил Царев. Забирает шею и сдается. Артем Резников. Да, вот такой скоротечный получился главный бой этого вечера. Ну, на то он и опыт. Михаил Царев по прозвищу «Одинокий волк» одолевает Артема Резникова, спартанца. Ну и сейчас сущая формальность. Объявление победителя. Победителя главного события сегодняшнего бойцовского вечера. Для того, чтобы почтить победу и наградить победителя, приглашается генеральный директор Техкреп Сибирь Алексей Фахрутдинов и вице-президент Союза ветеранов спорта, чемпион Европы, двукратный чемпион мира по ММА, участник самого первого в России официального турнира по ММА 1995 года Максим Тарасов. Чтобы вручить приз победителю, победу одержал боец в красном углу ринга на 40-й секунде первого раунда методом удушения Михаил Одинокий Волк Саров. Ну что ж, друзья, вот таким получился этот бойцовский вечер «Битва».